Благодаря участию нашего города в областной целевой программе по энергосбережению выделяются средства на улучшение условий пребывания детей в образовательных учреждениях. В прошлом году в двух детских садах полностью заменили старые окна. Но финансирование учреждений доп. Образования программы не предусмотрено, поэтому городские власти решают проблему своими силами. Главой нашего города было принято решение, учитывая, что сейчас направление спорта очень востребовано, и у нас в нашем городе одно единственное учреждение спортивной направленности для детей – это спортивная школа. И Алексей Николаевич принял решение, что в рамках данной программы городской, вот по мероприятиям по энергосбережению, начать замену оконных блоков со спортивного учреждения, то есть с нашей спортивной школы. Новые окошки в спортшколе уже частично вставили. На эти работы из городского бюджета выделено порядка 300 тысяч рублей. Перед Новым годом в спортшколе подарили маты и спортивный инвентарь. А с новыми окнами в зале стало заметно светлее. Все учреждения дополнительного образования, они у нас стоят на особом контроле. В прошлом году уже были проведены работы по замене оконных блоков в музыкальной школе. Вот этот год это спортивная школа. Параллельно с этим в одном из учреждений культуры мы планируем заменить этот краеведческий музей, так как он тоже важен и необходим для работы города. И поэтапно во всех учреждениях дополнительного образования все-таки мы планируем провести данную работу. В рамках областной программы по энергосбережению планируется получить областные средства на замену окон в остальных детских садах города. Сметы на эти работы уже составлены, но суммы пока не утверждены.